Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Последний аксель». Последние кадры спортивной драмы Анарио Мамедова выбили слезу у самых стойких зрителей. Вроде бы все точки расставлены, но все равно хочется узнать, когда состоится второй сезон сериала «Последний аксель». Есть информация, что он выйдет 24 ноября 2022 года. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу, или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, в финальных сериях мы увидели, как после скандала с допингом и коньками Воробьевой становится понятно, кто-то ведет нечестную игру. Юля Сомова не выдерживает и уходит из школы. Кате предстоит выступление на престижном конкурсе, и у нее есть все шансы на победу, несмотря на то, что под окнами спорткомплекса уже сигналят полицейские машины. Авторы не раскрывают сюжет нового сезона сериала. История героев может продолжиться, тем более, что судьба Кати осталась под вопросом. Что будет с девушкой дальше? Вынесет ли суд суровый приговор или поступит по справедливости? Это мы уже узнаем во втором сезоне сериала. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.